С 10 до 5% снижена ставка по льготным кредитам для сельхозпроизводителей. Такое постановление утверждено правительством Российской Федерации. Постановлением правительства Российской Федерации от 11 августа 2022 года внесены изменения в порядок субсидирования льготных кредитов для производителей сельскохозяйственных товаров, а также для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют производство, переработку продукции и ее реализацию. Принятым постановлением программа субсидирования распространена также на кредиты для организаций предпринимателей, которые осуществляют деятельность, связанную с перевозкой сельхозпродукции, а также продукции ее переработки. Кроме того, вносимыми изменениями снижены с 10 до 5% предельные ставки по льготным краткосрочным кредитам.